привет! Сегодня поговорим о туалетной бумаге. Интересно, как у вас в стране с туалетной бумагой? У нас в Австралии совсем катастрофа. Люди дерутся за рулончики туалетной бумаги. В туалетах ее тоже не найти, ее просто все забирают. Это как золото, которое люди находят. И просто прибирают к рукам. Не знаю, как можно с общественного туалета вынести рулон туалетной бумаги. Ну, до чего дошли. В Китае, на самом деле, почему вот скупали туалетную бумагу? Потому что думали, что для масок нужен тот же самый материал, маски защитные от всяких вирусов. Вот поэтому, так как вот случилось нечто, вирус прорвался наружу, и кругом населения просто боится вирусов, поэтому все раскупают маски. И Китай подумал, что если масок не будет, то, вернее, если будут много масок заказывать, то туалетную бумагу производить не будут, потому что все уйдет на маски. И поэтому нужно затариться туалетной бумагой. А в Австралии, может быть, у нас потому что просто поставки туалетной бумаги в основном из Китая. И так как Китай закрыли, наверное, может быть, не привозят туалетной бумаги или что, ну вот у нас проблема. Люди толкутся в очередях в 7 утра, занимают очередь, дерутся за туалетную бумагу. В общем, происходит вообще нечто просто невероятное. Такого еще никогда не было в Австралии, такой паники, такого дурдома. Вот, на самом деле, как бы, вот она ценность. Наверное, люди скоро будут расплачиваться туалетной бумагой, как куском золота в ресторанах или еще где-то, я не знаю. Вот такие ценные они рулончики. Ну что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, другие каналы. Пока-пока!